Найдя Иисуса на другой стороне моря, люди сказали ему: «Учитель, когда ты пришел сюда?» «Истинно вам говорю я. Вы ищете меня, потому что вы вкусили хлеб и насытились, а не потому что чудеса мои увидели. Не о пище тленной заботьтесь, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Эту пищу даст вам Сын Человеческий, ибо Бог Отец положил на нем печать свою». «Что? Скажи, что мне сделать нужно? Какие Богу дела угодны?» «Богу угодно, чтобы вы уверовали в посланного им». «Какое чудо ты сотворишь, чтобы мы увидели и поверили тебе?» «Да, что ты сделаешь?» «Отцы вот наши манну в пустыне ели, как сказано в Писании. И он дал им в пищу хлеб с неба». «Истинно вам говорю я, не Моисей дал вам хлеб с неба, нет. Это мой Отец вам дает истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть только тот, который с небес нисходит и который жизнь миру дает. Я есть им хлеб, хлеб жизни. Тот, кто придет ко мне, не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я вам сказал, вы меня и видели, но не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес творить не мою волю, но волю пославшего меня Отца. Воля же моего Отца в том, чтобы я не погубил ничего из того, что Отец дал мне, но чтобы я воскресил все, что дано мне